ж, иглы это безумно весело, но вот думаю, что там побудутся не самые лучшие иглы. Ну, поэтому сегодня я решил искать странные иглы, которые можно вообще найти. Ладно, давайте поищем. Поискать. А, ну да, стола. Так, чё? Столные иглы, вот. Погнали. Так, странные. Чё? Это вообще-то не то. Странные иглы. Иглать. О, да. Чё? Чё? Ремонт дивана. Да, что-то тут как-то диван. Я не знаю. У меня так однажды был диван, я его тоже чинила. Но самостоятельно чинить. Ё-моё. Чё за? Это что за ерунда? Ау, ты здесь? Чё? Что это такое? А? Так, мне кажется, я его доломала окончательно. Это что за экстрим диваны? У меня такое... Что это? Так. Майнкрафт. Так. Ладно, что тут у нас еще есть? Игра престолов, это по-вашему странно? Захламленный рабочий через стол 98 квесты. Я был очень голоден, бежать от реальности. Липкий Сэм. Так. Чё? Чего? Так, ладно. Это не так важно. Сегодня у нас еще будет несколько игр. Майнкрафт. Ладно, сегодня мы будем смотреть копии Майнкрафта. Классический Майнкрафт. Ага. Не зря я выбрал на этом сайте, потому что... Окей, понятно. Ой. У меня такой Майнкрафт... Чё? А ну-ка... Эй, а что тут на русском нельзя писать? Ладно, я сейчас переведу раскладку на английский. Так. Ну иди. Чё за? Ой, что за? Это что за копия? Как мне ходить вообще? Чё за? Что за? Как мне тут? Ноль, ноль, ноль точка ноль, два, три, а, ноль, один. Это чё? Это тут мне вообще не то. Что это? Ну вот что это такое? А? Как мне выйти отсюда? Ё-моё. Уйти со страницы. Так. Майнкрафт онлайн. Надеюсь, там не будет этой ерунды. Лодинг. О, уже что-то получше. О, давай. Чё за? А как мне? Чё за? Чё? Почему так близко все? Я даже... Вот. Да, ну и куда же я этого делал? Цветочек? Это пшеница. А чё пшеница тут делает? Я чё-то плик... А это чё ещё за? Так. Это что-то нужно срочно уйти с этой страницы. Тут что-то ерунда какая-то. Так. Блочный прогулок 4. Окей. Майнклон. Понятно. Так, ну все, с меня хватит. Наверное, нужно уже заканчивать. Да и ролик уже, наверное, уже нужно заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Ну а всем пока-пока.